Приветствую вас. Вижу, что человек вы не только жалостливый, но и достаточно такой не своевольный, может быть, своевольный, это было бы, наверное, неправильно сказать, своевольный. А я думаю, что вы человек со своей позиции. То есть вот вы считаете, что те чувства, которые у вас есть, да, они такие, какие они есть, эти чувства. В том смысле, что по-другому, да, вот по-другому вообще быть не может на самом деле. И это достаточно серьезная проблема при работе, потому что психология это называется сопротивлением, то, что вы описываете, психология это называется сопротивлением. И сопротивление, оно будет вам мешать, оно будет вам мешать расти и развиваться. Вот. Это первое. Второе. Вы почему-то взяли на себя ответственность за свою бывшую жену и считаете себя повинным в том, что она сейчас делает. Это ошибка. Это большая ошибка, потому что вы не ответственны никак за то, что она делает. Вы не можете быть ответственным, точнее, за это, да? Но почему-то вы к ней все равно привязаны. Вот. Мне видится. Вот история, да, ситуация, если угодно, мне видится так, что вы свою бывшую жену воспринимаете как, ну, своего рода приз. То есть она для вас приз, она для вас атрибут. Вот. То есть можно сказать, ну, именно так, что ваша бывшая жена для вас атрибут. Просто атрибут. Вот. А, может быть, приятный, качественный, хороший, полный, но атрибут. Все же атрибут. И этот атрибут, для себя вы, значит, как-то вот, ну, завоевали, да, вы этот атрибут как-то завоевали, вот, и теперь этим атрибутом пользуется кто-то другой. Или лучше сказать, что теперь атрибут живет своей жизнью. То есть это, ну, ни много ни мало, это такое вот чувство собственности, что это вам нужно. Всё. То есть вы воспринимаете ее поступки на свой счет. Вас это задевает. Вопрос у меня, конечно, только один к вам. Почему вас это задевает? Чем вас это задевает? Я полагаю так. Вот, это нужно поисследовать. Дальше, значит, вы пишете, ушел от жены по собственному желанию и решению. Жили хорошо, но мы очень разные. Жена холодная, малословно. Свою любовь и заботу выражала доброжелательным отношением, верностью общения. Я же как рыцарь на белом коне. То есть? Что это означает? Это означает, что вам хотелось ее завоевывать. Это означает, что вам хотелось проявлять активно. Это означает, в свою очередь, что вы, вероятно, обесценивали свои
личностный качеств. Именно поэтому вы считали, что нужно девушку завоевывать, что нужно для нее это делать, и она делать как бы ничего не должна, ну, поначалу. А, постоянно совершал какие-то поступки во имя ее, да, то есть это была не любовь, а это была идеализация, вы идеализировали своего партнера. Мне это очень нравилось, она это ценила, а что именно вам нравилось? Со временем понял, что хочу наконец что-то взамен, хотя бы незначительно, банальной нежности, страсти и дел к себе. Ну, вы человека уже приучили к такому отношению, соответственно, она не могла вам этого дать. То, в принципе, логично. Не просто благодарность, а действительно любви. Ну, надо сказать, что не каждый человек, во-первых, любить может. Это первое. Во-вторых, нормально, что вы устали, но, ну, устали что-то делать, но вам... Знаете, вам задуматься о том, почему вы хотите этой обратной связи, то есть почему вы себя пересиливали, ради чего вы себя пересиливали, почему вы собой жертвовали, ради чего вы собой жертвовали. Это вот, вот это бы выяснить. Дальше. Задумался, что внешне ей никогда не нравился, а глазами влюбленными она на меня никогда не смотрела, да и не скучала особо в отъезде. Да, то есть, по сути, она влюбилась не в вас, а в отношении к себе, может быть, даже не влюбилась, а просто ей было удобно, вы ее просто завоевали. Вот. Но опять же, вы ее завоевали, это не для нее, а для себя, ведь делай все это для нее, если бы вы все это делали для нее. Ну, вряд ли, если вы захотели бы чего-то взамен, вряд ли. А так, получается, что вы хотите от нее чего-то взамен. Почему-то. Дальше. Комфортно со мной, приятно чувствовать себя лучше, что мужчина по ней осохнет, поэтому удобно было со мной. Да, но почему-то вас это устраивало в одно время, а потом перестало. Что-то изменил. Да и общение было неплохое. Она сама говорила, я люблю только за поступки, а я устала совершать, что нормально, но только этот процесс нужно более подробно исследовать. Да, то есть вы что-то делали, потом устали. Ну, как бы. Для чего делали, для чего переживали, что хотели в итоге получить, опять же. Хотелось какой-то отдачи, кроме я же с тобой за все благодарна, горжусь твоими поступками. Смотрите. В принципе, в том, что вы хотите какой-то отдачи, ничего нет такого вот сверх вообще ординарного, да, то есть вы хотите отдачи, это нормально, но, это но. Дело в том, что вы отдачи захотели не сразу. То есть прошло какое-то время, прежде чем вы захотели отдачи. Возникает вопрос, что-то изменилось? Возникает вопрос, что-то произошло? И самый-то главный вопрос возникает, а чего же вам не хватало, если вы сначала, по сути, жертвовали собой и теряли себя, и делали все во имя ее, а потом от них отказ. Что же вам все это время не хватало? Дальше. Страдало подсознание этого? Да, страдали. Страдали мы от осознания этого. Но страдание это ваша ответственность. И страдание означает, что именно вам чего-то не хватает. И тут бы подумать аноним о том, чего вам не хватает. Но нет. Разговоры не помогли и не помогут, потому что человек такой. Вы изменились, а она нет. С вами что-то произошло, с ней нет. Познакомился с новой женщиной, целый год не мог уйти, жалел жену, расстались все-таки. Вот смотрите, жалость к человеку, вот, ну, как вот вы описываете, да, жалость к жене, то, что вы испытывали жалость к своей жене, вот. Это... Тоже показатель. Это такая штука. Это тоже показатель, довольно серьезный показатель. Вот. Это показатель того, что вы нуждаетесь в том, чтобы ставить себя выше ее. Вот.
по сути дела, о чем идет речь. То есть жалость, она всегда про это. Вот жалость, она всегда про то, что я ставлю кого-то, я ставлю себя, простите, пожалуйста, я ставлю себя выше, чем, ну, чем других. Вот. И это, на самом деле, одна из, ну, не ключевых, конечно, проблем, но, тем не менее, то есть история здесь, она вот требует своего определения, на мой взгляд, требует своего определения история здесь. Дальше, давайте дальше посмотрим. Значит, что вы пишете дальше? Так, значит, я такая, другой быть не могу. Так, расстались все-таки, да, несмотря на жалобу. Полгода живу с новой женой, наконец-то счастлив, видишь, любит, я очень люблю, впервые, наверное, так сильно люблю. Ну, что я могу сказать? У вас пока. Вот то, что я вижу, да, то, что я вижу. Я не говорю сейчас о чем-то вот таком, ну, другом, да, я сейчас не говорю. Я говорю только о том, что я вижу. Вот. А вижу я сейчас только то, что вы, условно говоря, опять идеализация идет. Опять. Дальше. Значит, как вы идеализировали до этого свою жену, так вы идеализируете и теперь жену тоже. Все это было раньше, даже сравнение. Вот именно. Вы сравниваете. Это в свою очередь означает, что как таковое вы не воспринимаете. Наконец-то вы пишете, у меня есть все, чего не было. И чувство взаимное. То есть вам обязательно нужна взаимность. Вот такая штука. Это тоже будет развиваться, это тоже будет не всегда. И страсть, и чувство видоизменяется. И для того, чтобы дальнейшие отношения удерживать, нужно иметь опору именно в себе, а не в других. А вы, получается, ориентируетесь на других, на женщин. И страсть, и взаимопонимание глубочайшее. Наконец, не только испытываю чувства, но и вижу, как любят меня. Они говорят об этом, проявляют себя по отношению ко мне, ненасильники и поступки. Так, ну, короче, понятно. Это все тут про идеализацию. Хорошо. Дальше. Общение мы не смогли прекратить навсегда, но остались приятельские отношения, к детей нет. Смотрите, здесь у вас есть, опять же, на мой взгляд, определенное противоречие. Поясню, какое. В конце своего текста вы пишете, что я не могу с ней прекратить общение, потому что у нас есть общие дела. Здесь вы пишете, что мы не смогли прекратить навсегда общение. Это как-то странно, если у вас есть общие дела, вы общаетесь только по делу, и все, если вы не смогли прекратить общение и остались в приятельских отношениях, это совсем другое, и общие дела здесь ни при чем. То есть тут противоречие, и вы хитрите, кстати говоря. Значит, она пошла в ногу, пошла в разнос, меня точит новое для меня чувство, даже не любовная ревность, даже не чувство собственности. Это именно чувство собственничества, потому что это такое чувство собственничества, давайте поясним. Чувство собственничества, это не чувство принадлежности, как вот принято, ну, думать, считать. Чувство собственничества – это именно как бы слияние, это слияние с объектом, о котором идет речь. То есть,
То есть вы сравниваете, по сути, сравниваете себя. Ой, нет, не сравниваете, вы сливаетесь, простите, вы сливаетесь с объектом, и все, что происходит с объектом, вы принимаете на свой счет. Это и есть чувство собственничества. Понимаете? То есть вот в таком вот развертке, это и есть чувство собственничества. В моих глазах она теперь какая-то, значит, ну, я не буду считать это слово, ну вот, смотрите, тут история следующая. Вы ее обесцениваете теперь. Вы ее теперь обесцениваете. То есть это ее выбор. Ну и что она делает? Это ее выбор. Но вы не принимаете ее выбор. Потому что вы не принимаете ее до конца. А не принять, не принять ее, вы не можете принять ее до конца, потому что вы не принимаете сами себя. Раньше она так ценила свою независимость и верность, может быть, и ценила, только в контексте вашей. Она, судя по всему, исключительно определяется другими людьми. Сама она себя не определяет никак. И вы тоже сами, вероятно, себя не определяете. Определяете вы за счет других людей себя. Вот поэтому сошлись. Мне казалось, она осознала свою уникальность, ей есть чем гордиться. Но опять же, это перенос ответственности. То есть, что значит, мне казалось и осознала свою уникальность. Может быть, я осознал, но это не мешает ей делать то, что она делает. За время жизни вместе она очень выросла морально и эмоционально развивалась. И что? Мне казалось, она осознала свой некий уровень статуса. А вам-то какое дело? Все сообщаются таким отребием, то есть, когда слышно, опять обесценивание. Опять идет обесценивание. Что значит отребие? Это люди просто, ну, другого уровня, может быть, другого развития, но это люди, а отребие, ну, правда, настолько очень пренебрежительное, очень пренебрежительное такое отношение к людям, друг к другу. Сама говорит, мол, видишь, люди не для честного общения, но все равно. Ну, правильно, все равно, потому что ей нужно то, что она делает. До меня у нее было много партнеров, опять же, то есть, по сути, вы просто взяли, вытащили ее, сменили ее образ жизни, но ее саму не изменили. А вы почему считаете, что изменили? Вы хотите, чтобы она изменилась? Возможно, это связано с тем, что вы слишком много в нее вкладывали, и теперь, когда она это делает, вы понимаете, что все, что вы делали, ничего не значит, и вы чувствуете свою незначимость, чувствуете, что вы ничтожны, чувствуете, что вы ничего вообще, ну, не изменили, то есть никакой ценности вы для нее не представляете, и, да, а значит, для себя тоже. Вот. Так, а как же ее статус королевы красавицы? У нее не было никогда этого статуса, этот статус определяли только вы. Недавно виделся с ней по делам, накатила ужасная волна неприязни, опять же, обесценивание, демонизация. Смотри, на нее бежать хочется, как подумай, как она это сейчас. Это вот, бежать хочется, это потому что в ней вы видите свои собственные неудачи. Разонравилась очень внешне. Моей нынешней жене она проигрывает в качестве фигуры внешнего вида, но это не главное. Опять же, идет какое-то сравнение, да, то есть как бы попытка подчеркнуть достоинство вашей новой жены. Вот. То есть это опять же, это все работает. Нельзя сравнивать людей, нельзя сравнивать женщин, но вы это делаете. А значит, вы не до конца завершили отношения с первой женой, к слову сказать. Это так, потому что вы с новой женой познакомились еще когда были со старой, от старой вы не ушли, один вы не побыли, а значит отношения с первой не завершили. Так, понимаю, где это придирается, это я написал, чтобы показать, не ревную ее, быстро не хочу никогда не вернуться. Я не спорю, да, действительно, вы не ревнуете, и да, действительно, может быть, вы не хотите быть с ней, это так. Но чувство собственничества и привязанности к ней, а также слияние и незавершенность отношений с ней же никто не отменял. Не нравится ничем более. Ну, то есть обесценивание, опять же, происходит, потому что любой человек чем-то всегда нравится. У любого человека всегда позитивные качества есть. А они все обернулись против вас. Вы в ней видите укор, не знаю, обвинение, знак негативный себе. Общаемся в соцсетях, как вижу, что онлайн нет, знаю,
как видишь, что она нет, знаешь, что пошла в разнос. И что? Как вас это занимает? Какие-то чувства у вас вызывают? С чем они связаны? Сама говорит, мол, сегодня я гуляю, так, между прочим. Даже если не говорить об этом, все равно еще вижу фото, и все где сказать. Мне накатывает такое чувство годливости, в то же время там не знаю чего. Вроде не ревность. Ну, нужно проанализировать это чувство. Нужно пропустить его через себя. Не подавлять ему, не подавлять его, а наоборот, рассказать, что вы чувствуете, почему годливость? Почему годливость? Вот, расстраиваюсь и ненавижу ее. Опять же, ненависть это что? Ненависть это чувство, которое сигнализирует наличие препятствий на пути к гармонии человека. Достанет для вас препятствие на пути к собственной гармонии. Но на свою собственную гармонию вы ответственность несете, а не она. Знаете, какая штука? Но она сейчас выступает объектом, на который вы переносите, возможно, свои проблемы. Дальше, хочется как ребенка схватить и наорать. Была же такая принцесска, а сейчас кто? И вы после этого говорите, что вы, типа, не испытываете к ней родительских чувств. Странно, опять же, противоречие. Сама же была рада, что выросла морально, профессионально, эмоционально. А сейчас какая-то, опять же, не буду это читать, да, потому что опять же сидят обесценивание. И снова здесь говорят, как бы родитель. То есть вы по отношению к ней родитель. Но скорее всего, вы думали, когда с ней находились, что вы лучше, что вы хороший, что вы стоящий, что вы значимый. А сейчас, когда вы увидели, какая она, вы понимаете, что она-то такая, а вы, находясь с ней, были еще хуже, потому что вы-то изначально смотрели на нее снизу вверх. Вот в чем проблема. Проблема в том, что вы понимаете, чего стоит она, и вместе с тем, понимаете, чего стоите вы. И поскольку она не стоит, по вашему мнению, абсолютно ничего сейчас, то вы понимаете, что и вы не стоите абсолютно ничего. Отсюда я чувствую годливость. И нам не кажется, как отец, стыдно, что выросла такую дочь. Ну вот, и вы говорите, опять же, что папочка я тоже не был, и дочка не считал. А вот это как же? То есть это противоречие, причем ну, очень сильное противоречие. Вот. Аж тошнит. Ну да. Потом отпускает, думаю, ну чего я на нее так? Вот неплохая она, отдыхает, возможно, ищет человека. Да я и сам нашел, как он это делает. Живет как надо. Хорошо, только это все рационализация и... Как бы у вас, это ничего не меняет. Она становится ее жалко, ведь прошли годы, она молодая, я ее предал. Она очень страдала от расставания, пыталась удержать. Кстати, предательство очень забавная штука. Я могу так сказать, если вкратце, так уже достаточно прилично получился ответ. Я могу так сказать, что предательство является предательством, когда человек действительно раскаивается, что он вот сделал. То есть он причинил боль другому человеку, он раскаивается. В вашем случае вы говорите совершенно откровенно, что я ушел, потому что меня она не устраивала, я ушел, потому что мне с ней больше быть не хотелось, я ушел, потому что, ну вот, мне как бы не нравилось. И к ней я не вернусь. То есть вы не совершили предательство, это был осознанный шаг. Это был особенный шаг, потому что вы стали другим. У вас произошли какие-то процессы, которые сподвигли, смотивировали на то, чтобы вы были другим. Вот и все. Но это не предательство. Опять же. Мол, я ее сам ее обидел, а теперь еще и чувства такие плохие испытываю. Это вина. Это вина и завышенные требования к себе, чувство долга, я должен был. Это опять же отношение к дочке. Это опять же детско-родительские отношения. Вот. А все почему? Потому что, вероятно, вы боитесь близости. Я не уверен, но вероятно, вы боитесь по-настоящему серьезной близости с человеком. Сейчас у вас с вашей вот новой женой возникает, что, ну, возникло что-то вроде слияния, как мне кажется. То есть полное взаимопонимание вообще просто вот.
очень близкий контакт. Барьеров между вами и ей почти нет. Ну, мне так видится, по крайней мере. Вот. Это тоже как бы не есть хорошо. Не могу сам справиться с этим чувством. Вот именно. Аноним. Что значит справиться? Справиться это значит подавить. Справиться это значит заглушить. Справиться это значит удалить. Справиться это значит убрать. Не справляться нужно. А раскрывать это чувство, оно сигнализирует вам о том, что у вас что-то не так. А справиться это значит, еще раз повторю, обесценить. Ну так вы... Как часто вообще вот занимаетесь тем, что обесцениваете свои чувства? Вы как часто занимаетесь тем, что подавляете свои чувства? Вы как часто занимаетесь тем, что справляетесь со своими чувствами? Зажимай их в кулак. Откуда вы это взяли? У кого научились? Эти мысли мешают мне наслаждаться моей прекрасной счастливой жизни. Ну, значит, не так. Но ведь она прекрасная и счастливая. Как не так написать? Знаю, надо ее заблокировать, везде прекратить общение, но пока не смогу, у нас связывают некоторые общие дела. Ну, опять же, это отговорка. Это интеллектуализация, теперь. Общие дела, нас связывают, потом у них что-то еще, и так далее. Вы же все прекрасно описали. Что вы от нее зависите, что у вас нет мест по-прежнему, а общие дела это так, чтобы оправдаться. Ну, правда, давайте посмотрим правду в глаза. Не такие уж это общие дела, такие серьезные, тем более у вас нет детей, что без них нельзя обойтись или, нельзя найти другого партнера. В крайнем случае, если эти дела такие, можно общаться только по делу. Ну, вы же общаетесь, она же вам говорит, что я пойду гулять, вы же смотрите за ней, смотрите, что она не онлайн, так что общих дела нет. Я понимаю, в какой-то степени это ревность и чувство собственничества. Но опять же, вы здесь противоречите себе, потому что вы писали выше, что это не так. Вот видите, как бы. Как может быть ревность человеку, которого уже не люблю? Я вам скажу больше, аноним, что ревность всегда возникает практически к тому, кого не любишь. Всегда. То есть, если есть ревность, значит нет любви. Нет любви. Мне ее жалко, я заботился о ней, она неплохая. Если вам о ней жалко, значит вы ставите себя выше ее. То есть, вам нужно чувствовать себя более значимым, что логично, учитывая, какие у вас отношения. Если вы заботились о ней, значит она для вас ребенок, то есть вы относитесь к ней как родители. Это механизм избегания близости, то, что вы делаете сейчас, слияние со второй женой, это тоже избегание близости. Хоть вы и говорите, что у вас глубочайшее взаимопонимание, я с этим не спорю, но слишком высокий контраст. Я хотел бы верить, что у вас действительно все так хорошо, как вы говорите, правда, я хотел бы верить, но практика показывает, что все не так. Какие-то теплые чувства есть, но никак не любовь, но опять же, какие-то теплые чувства, что это за теплые чувства, почему мне так плохо, я сказал вам, вот сложите этим чувством, дайте совет, но смотрите, опять устали, то есть вы опять устали, вы перебарывали сперва чувства к бывшей жене, неудовлетворенности. Теперь вы перебариваете другое чувство, опять встает. Может быть хватит? Может быть стоит сразу сделать так, как вы сделали с первой женой? То есть почувствовали что-то и прислушались к себе и сделали так, как нужно. Что хочется? Для себя, не для нее, для себя. Что чувство рекомендует вам? Как мне быть? Как быть, чтобы что? Избавиться от чувства – это не вопрос, нужна цель. Реально, чувства уже не первый месяц, расстались мы полгода назад. Каждый день, как подумал об этом, настроение падает прям под ноги. Но я вам сказал об этом. Не могу до конца быть счастливым, как не силюсь. Ну, силиться быть счастливым точно не нужно. Это либо есть, либо этого нет. Хочу жить только с своей новой семьей, но пока общие дела, никак не могу избавить себя от нее. Но опять же, что это за общие дела, непонятно, пока это выглядит только чисто как оправдание, интеллектуализация, отмазка, не более того. Вы простите, что я так, но это выглядит так. Я человек жалостливый, но чувства вины у меня нет.
Да вы знаете, надо сказать, что жалость по своей природе, точнее, по механизму работы, тоже чувство вины. Только, ну, проявляется по-другому, но ничем не лучше чувство вины. Если вы жалеете, значит, вам начнут чувствовать себя выше и выше других. Ну, более значимых других. Вы ставите себя выше. Типа, я лучше, я тебя жалею. Ты мне не равня, ты ниже. Поэтому я тебя жалею. При чувстве вины, ну, человек обесценивает себя. Как там есть вторичная выгода, так есть и вторичная выгода. Так что, хрен редьки не слаще. Я оставил ей все, кроме того, объяснил причину расставания, это ничего не значит. Не считаю, что я должен был оставаться в роли заботливого, любящего, не получая взамен то, чего мне хватало, мне логично, только смысл был бы сразу. Меня не устраивают слова, я такая и другой не буду. Согласен, но тут опять же есть некоторые оговорки. Дело в том, что человек имеет полное право заявлять это, а вы, если любите, должны принять человека таким, какой он есть. Но я вопрос к вам, Анахим. Если вы любили свою жену, первую, то когда любовь прошла? То есть, допустим, вы устали. Это понятно, вы устали. Но любовь-то куда делась? Принять это ее куда делось? Почему вы стали предъявлять ей за то, что раньше принимали? Не кажется ли вам это определенным лицемерием? Ну, таким, не специальным, конечно. Значит, я найду ту, которая будет именно такой, какой хотел бы я. Это эгоистично, потому что люди не являются теми, какими вы хотите их видеть. Люди являются теми, какие они есть. И настоящие чувства и отношения возникают тогда, когда мы принимаем людей такими, какие они есть. Естественно, без вреда себе. А чтобы не было вреда нам, мы должны позаботиться об этом сами. И вот в отношениях уже не допускать изменений, которые несли бы нам вред. То есть, если человек в отношениях с вами изначально был одним, потом стал другим, да, ему есть за что предъявлять, к примеру. Но она-то была такой всегда. И это вопрос к вам, опять же. Поэтому чувства вины у меня нет. Да, ну как сказать. Знаете, вот коллега мой, Кудряшов Игорь Леонидович, он что сказал? Значит, мол, я сам обидел, а теперь еще чувства плохие испытываю. Это ваша цитата, и она говорит, вас взять комплекс вины. Вы хотите его справить, хочется как ребенка схватить и наорать, лишь одной цели, чтобы не чувствовать вины. Но это имеет право на существование. Она не. Это имеет право на существование. Почему вы так уверенно заявляете, что у вас нет чувства вины? Только потому, что вы его не чувствуете. Простите, это не показатель. И это не показатель, я серьезно говорю. Вы можете этого не осознавать, вы можете этому сопротивляться. И судя по тому, что вы сопротивляетесь, я думаю, что это кратко так. Может быть, не в той форме, в какой, ну, в какой написал коллега, но есть. Так, дальше. Папочка я тоже не был, и дочка не считаю. Ну, опять же, очень уверенно вы это заявляете, но в тексте у вас идет, как бы, так сказать, противоречие этому. Вы простите, но в тексте идет этому противоречие, как и я уже сказал. И странно для мужчины, который вроде как полагается на логику, да, подобные противоречия видит. Это значит, что вы полностью исключаете свои чувства. То есть чувствам вы позволяете быть там, где вы решили, что они должны быть. А это, извините меня, не то отношение к чувствам своим, которое должно быть. В целом, мне видится ключевая такая стержневая проблема в том, что вы в свою бывшую жену очень много всего вложили, вот, и теперь вы просто-напросто олицетворяете, как тут сказать, слово вылетело из головы, соотносите себя с ней, вот так, и то, что делает она, влияет на вас. То есть, как она себя ведет, так и вы. Понимаете, то есть, она сейчас определяет вас. Она определяла вас тогда, она определяет вас сейчас.
И ваша жена вторая тоже вас определяет. На самом деле. И вот у меня вопрос. У меня вопрос. А вы-то себя сами определяете, где вы-то вообще без жен своих, без женщин своих? Где вы? Вот об этом и нужно подумать. Нужно подумать. Что это? Границы, границы, личные границы между другими людьми. Что это? Какие-то чувства рэкетные, которые у вас есть. Почитайте в интернете, что это такое, не буду сейчас уже говорить. Много и так получается. Вот. Может быть, что-то еще, может быть, страхи какие-то, вот, может быть, та же вина, да, то есть я бы ничего со счетов не сбрасывал. Ну, и совершенно очевидно, что быстрого рецепта, быстрого решения здесь нет, нужно консультировать вас, нужно работать с вами, нужно знать историю вашей жизни более подробную, родительская семья, чтобы понять, как работать, в какую сторону двигаться, куда двигаться. И так далее. Вот, мне кажется так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, ну, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.